Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, за шестой день я забираю сундучок, в котором, как всегда, ничего хорошего нам не дали. Ну, не считая, конечно, рун. Руны — это всегда приятно. Так, Беззубик, порадуешь меня? О! Ну, неужели? Ну, слушай, а мне, по-моему, не такая нужна. Мне нужна блестящая, если я... Не ошибаюсь, конечно. А я сейчас проверю. Подожди, мне не этот парень не нужен. Или этот. Или вот этот. А почему он красным стал? Что-то не пойму я. Что не так опять? По-моему, тот мне нужен все-таки, ребят. Так, я этого отправляю, голодранца. Мы же его ищем, насколько я помню. По-моему, его... Блин. Что-то я совсем запарился. Или все-таки не он? А, нам нужно для обмена. По-моему, да? Нам нужно для обмена... Эта штучка. Так, сейчас мы здесь... Оп. Мелкого качнули. Чуть-чуть. Так, а ты что там сидишь? Давай быстро за древесиной шпарь. Так, у нас... Ну, я не знаю, сегодня, не сегодня, но, по крайней мере, я сейчас зашел в игру, ребята, у меня было обновление. Ну, сколько нужно? Кстати, не так уж и много. Я думал, ребята, будет больше, не хватает мне чуть-чуть рыбы. Так, 3800, ёпрсте. Ах, гнилец, гнилец. Лети тогда за рыбой пока. Ну, ты тоже за рыбой полетел. Так, эти мне притащили железо. Давай его отправляем. Так, тут опять не хватает нам рыбы, блин. Так, с этих всех отправляем. То есть, ну, как бы забираем награды, сразу же их отправляем. Этого, без сомнения, тоже туда же. Затем же в колодце нам древесину дали. Хорош, древесина как раз мне... А, тут рыба нужна. Подожди, а за древесину у нас... Так. Ха, этот шторморез такой умный, его даже обучать не пришлось. Глянь теперь на этого штормореза. Я такая умелая наставница драконов. Ага, благодаря мне, забияка. Уф. Так, ну рыбу-то мы найдем с тобой, я думаю. Или не найдем мы сегодня с тобой рыбки. Вот в чем вопрос. Сумку дай. Спасибо. Так, книга драконов, пускай летит, бесплатно ее ищет. Так, Барсик, пускай обучает Ципу. Не знаю, с чего это он вдруг решил обучать Ципу. Так, ну, продолжим. Так, не двигайся. И здесь у нас янтарь тусклый выпадает. Хорошо. Так, человек или дракон? Я выбрал человека. Пускай он там идет. Ой, пускай он там идет и что-то делает. Так, у нас новое задание есть. Подожди, мы сейчас за него возьмемся. Но сначала я, друзья мои, всех отправлю. Чё так мало древесины-то принес парень? Давай-ка мы вот так вот сделаем. А то вы все говорили, чё ты его не отправляешь, чё ты его не отправляешь. Все, ребята, я его отправил. Я его отправил, и он с удовольствием полетел за железом для нас. Так, здесь отправляем. Так, этот красавчик у нас... Давай его, наверное, за древесиной отправим. Потому что у нас все равно нет возможности пока его куда-то сбагрить. Так, ну давай, замена. Бесплатная будет замена у нас. Сколько там? 4500. Блин, еще 1000 нужно. Так, малыш получает у нас
левелап. Сразу же его на прокачку. Так же, как и этого. Пускай они прокачиваются. Так, а почему вот это у нас без прокачки, а? Что это за дела, я не понял. Пускай тоже идет, прокачивается, в конце-то концов. Так, тебе тогда отправляем за дерево. Так, еще, подожди, еще. Вот. Так, ну этих вроде бы всех мы отправили, кого могли. И тут еще вот так сделаем. Все. Здесь заберем с тобой готовый пак. Шепот смерти, древоруб, ищейка. Ребят, ищейка выпал мне. Так, начало открытия. Ой, беззубиком надо решить. Я не помню, ребята. Нам надо, по идее, на обмен. Вот. Видишь, какой нужен, ребята? Блестящий. Не обычный, а именно... Слушай, ну тут почему-то показан только обычный. Слушай, подожди. А... Блин, или это и есть блестящий? Что-то я как-то не догоняю. Вот обычный, походу, это блестящий. Но почему тогда остается до сих пор 17 штук? Постоянно 17 штук. Оно не идет в плюс нам. Вам не кажется это подозрительно каким-то? Может, баг какой-то? Я не знаю, почему не идет прибавка этих штук к нам? Я не знаю, ребят. Мне кажется, это какая-то полнейшая фигня. Ух, все, это всех отправили. Теперь давай здесь заберем, наверное, наши ежедневки. Мы как раз с тобой еще и уровень получим. Точнее, не уровень, а награду. Сейчас мы посмотрим, что там нам по наградам. Опа, ужасный кулинар. Хе. Так, такая... Головешка, ладно. Пускай, пускай будет здесь стоять. Фиг с ней. Ужасный кулинар. Мне обучать Громорога в одиночку? Ты верно шутишь. Не волнуйся, Эрит, мы будем рядом на случай, если тебе понадобится помощь. Да, сарделька? Гранк. Ладно, посмотрим, смогу ли я вспомнить, что Айкинг и остальные делали со своими драконами. Так, поручить Громорогу добыть 1,5 миллиона рыбы. А он у нас полетел. Так, возвращаем тогда его. Слушай, а как мне... Кто у меня за рыбой отправился? Давай, наверное, вот этого вернем. Нет, этот пускай... Вот этого, может быть? Да, давай, наверное, вот этого вернем. А Громорога мы с тобой отправим за рыбой. Так вот сделаем. Так, сезонные коллекции. Это у нас то, что мы получили с тобой, вот эту штуку. Окей. Забрали. Так, вроде бы все, по заданиям сделали. Давайте, друзья, посмотрим события. Вы верно шутите, да? Угроза драконий корень у нас с тобой, блин, через двое суток только начнется. И что будем делать? Ну, пойдем, я не знаю, ребят, ну давай, давай с тобой забьем этот пак несчастный. Ну а что делать, ребят? Забьем несчастный пак и с тобой получим еще покодин. Я-то думал, может быть, событие какое-то есть. Просто вы писали мне в комментариях: эй, ну давай, ну сыграй. Вы ждете. А я все не снимаю. Ну ладно, вот дорвался снять, а видишь, какая ерунда получается, что события никакого нету. Ну, чтобы, как говорится, не зря мы с тобой сегодня зашли в игру, сейчас попробуем здесь хотя бы получить пак вождя и... Добьешь? Отлично. Пак вождя и заодно один пак еще с тобой. Ой, они два зеленых. Это два стража. Так, ну я, наверное, просто укус сделаю. Ой, сейчас опять фаербол полетит. Дрёна ты вошь, а? Ну какой ты гадёныш. Так, хиляемся. Надо вот этого поганца, ребят, как можно быстрее бомбануть. Все.
чтобы он не мешался. А вот здесь, а здесь, наверное, я успею, интересно, слепоту пою. Ну да, ну да. Повезло, ребята. Вот сейчас нам очень крупно повезло. Он бы мог сделать свой суперудар. Вы прекрасно понимаете, к чему бы это привело. Он, возможно, бы двоих... Вот сарделька бы точно погибла бы. Ой, сарделька, господи, Барсик. Барсик бы сразу бы погиб у нас. И под вопросом кто-то из этих двоих бы был. Благо, у нас все вроде бы как получилось. Ну, получилось благодаря тому, что, естественно, он, ребят, просто не стал делать этой суператаки по заморозке. И мы с тобой проходим. Так, у нас с тобой следующий поединок. В принципе, противник не особо силен. Не особо, ребят, силен, поэтому... давай начнем с этого. Так, у них тоже кривоклык, он и у них... Так, давай, все-таки я вот этого буду добивать, пытаться. Че, Барсику, что ли, хана приснилась, нет? Смотри, все на него. Все на него, ребята, пожирает энергию. Да блин, почему мой кривоклык... Сейчас уничтожит. Почему мой кривоклык такой запоздавший, так скажем? Фаербол. Фаербол, блин. Ауч. А мы хиляемся. Мы хиляемся и бомбим. Бомбим, наверное, сюда в первую очередь. В кривоклыка. Пока, Барсик. Он тебя ушатает, он не упустит момента. Это точно. Этого момента он не упустит. Чтобы мне, как говорится, навредить. Не дать, как говорится, сухим выйти из воды. Так, друзья мои, у нас следующий бой. Ого, командочку себе подобрал какую-то, посмотри. Команда Гуфи. Само собой, вначале, в первую очередь, этого хламона уничтожать надо. Это однозначно. Так, в минус. В минус парень ушел. Так, он промахнулся. Ну, я вот этим займусь. Я займусь вот этим пристеголовым. Ух. Так, по-моему, мы одного бойца сейчас потеряем. Гаденыши, а. Так, этого тоже убрали. Ты посмотри, как он лихо бомбит, а. Все, 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 даже не думай там. Да, конечно, ага. Держи карман шире. Поплю где-нибудь в другом месте, попшикай там. Все, пройдено. Так, ну что, друзья мои, мы с вами получили синий редкий пак. Это уже хорошо. И, конечно же, плюс пак вождя. Кревет, громобой. Опять щейка. О, чемпион хлысторез выпал. Слушай, ну это хорошо, ребят. Это хорошо, когда выпадают нам редкие драконы. Так, что у нас там по рыбе, по железу? Все, все очень грустно, да, получается? Все очень грустно. Так, с этого... Давай за деревом отправим, пускай летит. А, не хватает. 147 миллионов тоже как-то особо денег-то и нету. А, даже не денег, а рыбы растранжириваться. Так, может быть, может быть. Изваяние быстрых когтей. Ага, требования для улучшения 90, а у нас 37. Кстати, я давно не забирал тусклый янтарь. Точнее, блестящий, да, блестящий. Оп, так, так, так. Прекрасно. Восемьдесят восьмого уровня у нас этот пристеголовый.
Так, можно мне глянуть, сколько у нас, друзья мои, уже драконов? 8 из 18. Скоро будет 9 из 18, ребята. И нам еще 9 надо. Блин, вот ни за что бы не подумал, что вот так вот все это у нас долго будет идти. В плане прокачки. Вот, кстати, кандидат, ребята. До 124 уровня еще один найден. У нас этот в кандидатах. Потом у нас в кандидатах стоит вот этот престиголовый. Вот. Потом, это уже два, да? Два на примете. Потом кто-то еще, я не помню. Вот, это уже будет четвертый. Блин, и там еще нужно, извините меня, пять. Еще пять драконов, ребята, где-то надо, блин, выудить. А это не так все, блин, просто и легко. Пять драконов. Естественно, который с малой прокачкой. Нет, ну, конечно, можно будет вот этого фейерверка прокачать. Даже не то, что может быть, а нужно будет, ребята. Обязательно в порядке. Но он стоит, как ты видишь, 3800. 3800 железа для прокачки. Вот этого парящего прихвостня, кстати, тоже, ребята, можно. Но почему-то, блин, они вот неуловимые. Точнее, вот эти все редкие. Они, блин, очень дорого стоят. Именно по железу. Ну, все равно надо прокачивать. Надо, ребята. Ничего с этим не поделаешь. Громорог отпрыск, кстати, тоже он... А, он неуловимый, ребята. Он неуловимый, это значит, что ты запаришься его прокачивать. Грязеплюх. Так, ну что, я забираю... О, забираем. Еще награда, да, у нас? Выпадает. И это 500 этих склянок. Светлячков. Праздничных. Каких-то непонятных праздничных светлячков. Все это, друзья мои, на сегодня у нас все. Поэтому я буду закругляться. Вам всем удачи и до новых скорых видосиков.